Здравствуйте, третьеклассники! С вами Ольга Николаевна. Приветствую всех на своем канале. И сегодня хочу предложить вашему вниманию задачи на увеличение или уменьшение числа в несколько раз. На катке катались 4 фигуриста, а хоккеистов в 3 раза больше. Сколько хоккеистов катались на катке? На катке катались 4 фигуриста, а хоккеистов в 3 раза больше. Сколько хоккеистов катались на катке? Во дворе 5 детей лепили снежную бабу, а детей, которые строили крепость, в 4 раза больше. Сколько детей строили снежную крепость? Во дворе 5 детей лепили снежную бабу, а детей, которые строили крепость, в 4 раза больше. Сколько детей строили снежную крепость? С горы спускались 32 лыжника, а скейтбордистов в 4 раза меньше. Сколько скейтбордистов спускались с горы? С горы спускались 32 лыжника, а скейтбордистов в 4 раза меньше. Сколько скейтбордистов спускались с горы? Андрей попал снежками в цель 30 раз, а Саша в 3 раза меньше. Сколько раз в цель попал Саша? Андрей попал снежками в цель 30 раз, а Саша в 3 раза меньше. Сколько раз в цель попал Саша? Вера пробежала на лыжах 6 кругов, а Вася в 5 раз больше. Сколько кругов на лыжах пробежал Вася? Вера пробежала на лыжах 6 кругов, а Вася в 5 раз больше. Сколько кругов на лыжах пробежал Вася? Надеюсь, вы успели решить задачи. Проверяем ответы. 12 хоккеистов, 20 детей, 8 скейтбордистов, 10 раз, 30 кругов. Продолжаем нашу работу. В лесу на лыжах катались 8 взрослых, а ребят в 5 раз больше. Сколько ребят катались на лыжах в лесу? В лесу на лыжах катались 8 взрослых, а ребят в 5 раз больше. Сколько ребят катались на лыжах в лесу? В соревнованиях по бегу на коньках приняли участие 28 пятиклассников, а четвероклассников в 4 раза меньше. Сколько учеников 4 класса участвовали в соревнованиях? В соревнованиях по бегу на коньках приняли участие 28 пятиклассников, а четвероклассников в 4 раза меньше. Сколько учеников 4 класса участвовали в соревнованиях? В снежки играли 16 мальчиков, а девочек в 2 раза меньше. Сколько девочек играли в снежки? В снежки играли 16 мальчиков, а девочек в 2 раза меньше. Сколько девочек играли в снежки? Фигуристка в короткой программе выполнила 5 прыжков, а в произвольной программе прыгнула в 3 раза больше. Сколько прыжков выполнила фигуристка в произвольной программе? Фигуристка в короткой программе выполнила 5 прыжков, а в произвольной программе прыгнула в 3 раза больше. Сколько прыжков выполнила фигуристка в произвольной программе? Секцию слалома посещают 18 спортсменов, а секцию прыжков с трамплина посещают
в 6 раз меньше. Сколько спортсменов занимаются в секции прыжков с трамплина? Секцию слалома посещают 18 спортсменов, а секцию прыжков с трамплина посещают в 6 раз меньше. Сколько спортсменов занимаются в секции прыжков с трамплина? Вы выполнили все задачи, которые я для вас приготовила. Проверяем ответы. 40 ребят, 7 учеников, 8 девочек, 15 прыжков, 3 спортсмена. Надеюсь, вы справились с этими задачами. Жду вас снова на своих занятиях. Желаю успехов!